Поехали! И вот мы снова в эфире. И сегодня, и сейчас вот у нас такие выходы импровизированные. 2 в 0. Поехали, следующий! Да, снова здравствуйте. Вновь мы самые-самые милые хоккеисты вашего утра, потому что это самые нежадные парни, которые играют в пас до последнего. Это Авангард 2009. Привет, Лена. Взрослые нормальные. Нормально, они все нормальные. Отдыхают. Потому что буквально вчера ночью прилетели и отдыхают. А вот эти парни работают и забивают, или пытаются, по крайней мере, забивают шайбы. Красавчики! Вот ждем на ЦСКА. Ждем, приходите. Должно быть очень круто. Они пытались. Все у них обязательно получится. Возможно, даже в следующей попытке уже. Парень, конечно, скрывается за маской ястреба. Костюм массивный, высокий. Новогодние фишки на матче за Нового года, 27-29. Ну, а как же без фишек? Вот обязательно. Гол. Ну что, с такого ракурса посмотрим. Самый опасный. Но самый четкий. Парень, да, тоже с группой поддержки. Все парни. Вратари сегодня тоже полевые. Все сегодня полевые. Давайте назад посмотрим, чем этот выход закончится. Но это не гол. Это не гол. Ну, так и вы забили, я бы тоже забил. Но парни первый год хоккеем занимаются и... еще только учатся. Обмотка классная на клюшках, серпантин новогодний. Очень празднично, очень весело. Дед Мороз уже все гонит назад. Делаем передачу. Какое представление? Предматчевое шоу? Предматчевое шоу будет перед матчем. Потому что оно предматчевое. Звучит довольно логично. Супер видео обзор. Ну да, вот этот парень будет ответственен. Супер видео обзор. Молодец, давай, возвращайся.
все родители. А вот обратите внимание на задний план. Это даже не все родители, наверное. Потому что все родители еще тут на трибунах. И вот на той лавке. Да, уйти, господи, это самая популярная реакция, наверное, на происходящее. И что так и есть. Совсем тут опасно сейчас стало и жарко. Ему! Иска! Оказание такой нужной психологической помощи. Прям на льду. Кулеша маленького, а если вы про Дэнни, то Дэнни уже большой для этого возраста. Так ждете или нет? Привет, Пашкири, вам тоже привет. Доброго утра, с наступающим Новым годом. И такого же вам веселья. Хоккеист? Нет, я не хоккеист. Разве что погонять шайбу во дворе. Вот это самый высокий уровень хоккея, на который я способен. А вот эти парни, надеемся, они погоняют шайбу на этой же арене по цветах взрослого авангарда или омских ястребов. Точно это надеемся. Бородатый я, весьма бородатый. 2009 год это, и эстафета голевая закончилась, все рады. Ну вы слышите, вы видите, это комментарии не особо нужны. Сейчас какая-то кульминация будет. Ну, если мальчики 2009 года, 15-й, 6-7 лет, наверное, 6-5 даже. Еще и много знать о хоккее. Итак, ребята, давайте построимся в три команды, как мы стояли. Ястреб, Дед Мороз и Снегурочка. Команда Дед Мороза, давайте сюда подходите. Так, команда Дед Мороза, встаем сюда. Ох, старый я стал. Итак, команды построились. Ребята, сейчас мы по очереди будем называть слова, которые как относятся к хоккею. Клюшка, шайба, ворота на хоккее, офсайд, все, что к хоккею относится. Разговаривает, но на камеру не постесняется. Начнем мы с команды ясно. Так разговаривает, да? Называй. Слово хоккейное, любое. Ворота, молодец. Так, ворота. Офсайд. Что ж, правильно. Клюшка. Клюшка. Тоже правильно. Шайба. Шайба. Молодец какой, шайба. Слова хоккейные кончились. Шлем, молодец. Нормально, шлем. Нашелся. Нагрудник. Пока про Сашку слово ничего сказать не могу. Щитки. Щитки. Тоже верно. Коньки. Коньки. Молодец, коньки. Снегурочка, смотри, что скажешь. Колокольники. Колокольники. Правильно. Удаление. Удаление. Молодец. Удаление тоже бывает хоккей. Майка. Майка, правильно, конечно, майка. Драги. Драги. Ну что, ставим перчатки, драги. Давайте еще следующий. Защита тела. Защита тела, всего тела, да? Молодец, здорово. Правильно, правильно.